Семью Полищук настиг недуг. У старшей дочки диагноз хроническая астма. Это заболевание, которое поражает легкие. Чтобы ребенок жил полноценной жизнью, нужны были средства для приобретения ингалятора. К сожалению, финансовое положение не позволяло сделать семье такую ценную покупку, поэтому Лариса Полищук обратилась за помощью и получила ее. Прошлым летом моей дочери старшей поставили диагноз астма. Врачи нам назначили ингаляции. Ввиду нашей сложной семейной ситуации мы не могли приобрести небулайзер. И вот руководство садика посоветовало обратиться в фонд «Живи, малыш». Потому что приступы были очень частые, и нам необходим этот был очень аппарат. Депутатский корпус Брестской городской организации ветеранов войны в Афганистане включилась в акцию, которая несет добро людям. Ежедневно на почту фонда приходит множество писем от отчаявшихся родителей из разных уголков. Все их нужно разобрать, прочитать, во все вникнуть, а после продумать, как помочь. Организация решила помочь совместно с депутатским корпусом Брестской городской организации Союза ветеранов войны в Афганистане, с фондом помощи ветеранам войн скооперироваться и все свои усилия направить на помощь детям. То есть это не единственный проект, который реализовывает организация, их значительное количество, и мы стараемся как-то помочь, поддержать. Помощь такого рода, конечно же, бесценна, ведь данный ингалятор – это современный и комфортный метод лечения подобных астме заболеваний у детей. И чтобы помочь хотя бы одному ребенку, фонд «Живи, малыш» прикладывает все усилия, вне зависимости от сложности. Мы сейчас живем в очень трудное время, и только вместе мы представляем собой какую-то силу, только вместе мы сможем и противостоять каким-то грозам, и помогать друг другу. Потому что без этого мы не представляем своей дальнейшей жизни и деятельности. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.